Все хотят защищать. Так, людей конкретно их надо защищать. Но надо же думать и о будущем. Так, потому что что о будущем? Мы стареющая страна. У нас демография европейская, экономика африканская. Как выйти из этой ловушки бедности? Вот ситуация же такая. В Европе стареющее население, но там миграция идет. И, во-вторых, экономика сильная. А как поднять ее, эту экономику, когда нет трудовых ресурсов, когда она стареет? Я еще раз говорю. Проеденный миллиард эту экономику точно не поднимет. Вдумайтесь в эту ловушку, в которой оказались мы, кстати говоря. Послушай, и Российская Федерация. Население стареет, демография европейская, а экономика африканская, сырьевая.